Київ Інтерактив зі Світланою Василенко. Зі Світланою. Мої вітання усім, хто налаштувався на Київ 98FM. Мої вітання усім, хто з нетерпінням чекав на черговий випуск на нашому youtube каналі Київ 98FM. Це Київ Інрактів звати мене Світлана Василенко. Якщо ви слухаєте нас в ефірі, ви чуєте з понеділка до п'ятниці, о 21.30. Якщо ви хочете нас дивитися в будь-який зручний для вас час, ви пам'ятаєте, що ваші пальчики вгору, ваші коментарі, ваші підписки це те, що тішить мене. І моїх гостей. Власне, сьогодні я вирішила, що у нас попереду тут весна. Ми хочемо бути красивими, хочемо ходити на підборах, хочемо мати гарний вигляд, і нам потрібно, щоб наше тіло слугувало нам ідеально. Тому я вирішила відправити вас сьогодні на масаж і запросила до цієї студії Інну Катуніну, засновницю і керівницю компанії Масажний патруль Катуніною. Вітаю! Так що у нас сьогодні масажний патруль у гостях. Да, здравствуйте. Власне, чему нам потребно ходить на массаж? Это очень классный вопрос. Очень люблю на него отвечать, поэтому попрошу, если что, задавайте вопросы, потому что это моя очень любимая тема, и могу говорить о ней вечно. И самый для меня очень-очень важный такой пункт, почему ходить на массаж, это мой личный опыт, моя жизненная история, когда я никогда не ходила на массаж, в какой-то момент сама пошла обучаться на массажиста, стала массажистом, сама попробовала, что такое массаж. И на сегодняшний день у меня трое деток, я очень счастлива в семье, у меня есть бизнес, я сейчас в декрете, и при этом я продолжаю развивать свой бизнес. И будучи уже в декрете, мы еще выросли в три раза. То есть вот поэтому очень советую ходить на массаж, потому что массаж, он раскроет ваш потенциал, он раскроет вашу энергию, ваши свободные такие ресурсы в те, Теле, и это позволит реализовываться, ну как бы легко реализовываются тогда мечты. Вот, вот даже одно из мечт, что я сегодня здесь с вами, да, как бы это потому что освобождается энергия в теле и человек может ее направить в нужное русло. Мы можем это делать и сами, ну занимаясь там бассейном, бегом. Ну, чем угодно йога я сама тоже занимаюсь йогой делаю медитации но массаж это для меня как дополнительный ресурс то есть если я хочу больше значит нужно делать чего-то еще больше вот и поэтому мы рекомендуем ходить на массаж еженедельно то есть раз в неделю позволить себе время на массаж выделить это легко Тобто не так як звично кажуть, що треба пройти там 10-15 масажів протягом там якогось періоду часу, і бажано, щоб це там 10-15 днів без перерви робили. Або якщо це там кажуть там, лімфодренажний, там перерви треба робити. Тобто раз на тиждень цього достатньо. Чи це стосується якихось певних масажів? Ні, абсолютно всіх. Мне очень нравится эта тема тоже, почему не курсом. Я очень много это изучала и пришла к тому, что курс это из Советского Союза, когда люди привыкли, что им все дают. И что такое был курс массажа? Это в основном давали путевки в санатории, Люди туда ездили приблизительно на две недели, и массаж это как часть реабилитации в санатории. И не было потребности у наших родителей, бабушек тратить еще на что-то деньги, им все обеспечивало государство, вплоть до того, что квартиры даже выдавали. Как бы у людей не было вот этого залога, что я должен что-то для себя. То есть в основном каждый был тогда для семьи, а государство мне должно. Вот и поэтому этот шаблон он остался э, из прошлого. То есть это не потому, что его так нужно проходить, это потому, что так давалось. Ну и зачем? тратить больше, если государство это выделяло и давало раз там в полгода какой-то санаторий. Вот. И сейчас лично я из своего личного опыта тоже я это исследовала и пришла к тому, что еженедельный массаж, я такую параллель провожу, как пыль в квартире, да, то есть если мы ее не будем вытирать, через полгода какая пыль будет, естественно, с такими жирными слоями. А если делать это хотя бы раз в неделю такую генеральную уборку, то есть у тебя всегда будет чистенько, у тебя всегда будет аккуратненько. А тело — это наш храм, это наш дом, это то благодаря... Ну, не знаю, будет нога поломана, все, мы уже не в ресурсе, мы уже не сделаем столько хорошего для своей семьи, для себя. Вот, поэтому мы должны заботиться прежде всего о себе. Если мы не будем любить себя, как же мы будем любить тогда других? Вот, поэтому еженедельный массаж, то есть это как генеральная уборка, это как любовь к себе, постоянно поддерживать себя в ресурсе. И если я в ресурсе, я же со своими детками тогда совсем в другом состоянии, со своими сотрудниками тогда наши благотворительные проекты растут, потому что ко мне приходят новые идеи. Я прихожу очередное собрание и говорю, ребята, у нас изменения. Теперь мы вот у нас по одной гривне с каждого массажа идет на благотворительность. У нас есть три коробочки. У нас на кабинете именно стоит коробочка для еды бездомных. Мы на вокзале жд и дарницком кормим там компания наш нас людей. Потом массаж бабушкам в доме престарелых и помощь для лечения онкодеток. Вот. И э, раньше мы как бы просто переводили денежки, а потом поняли, что человек нужен, чтобы он чувствовал свою сопричастность. И мы даем как бы сдачу одну гривну физическую, и человек ложит, куда он э, готов поблаготворить из этих трех коробочек. И мне очень много таких разных идей приходят во время массажа, потому что мой ум, он как бы отключается от всего, я остаюсь наедине с собой, такая мягкая атмосфера, небольшая музычка там, да, я наедине с массажистом, и массажист, как бы работая с моим телом, освобождается энергия, и я могу даже, бывают у меня сложные вопросы, я задаюсь этот вопрос перед массажем, и в конце массажа мне приходит куча разных идей, мне только остается записывать их. То есть массаж как медитация, как вид медитации. Ну, в какой-то степени да. То есть твоя концентрация, она сосредотачивается на себе. Потому что у нас вообще, у нас в теле, внутри у нас, в нашем сердце, есть все ответы на наши вопросы. Да, вот как говорят там, Вселенная говорит, мир — это зеркало, знаки на пути приходят. Но для того, чтобы это увидеть и услышать, нужно соединиться со своим сердцем, прислушаться, к что внутри. И вот для меня массаж, он помогает прислушаться к себе, ощутить себя. И поэтому из опыта, я уже сама массажист как 6 лет, компания уже будет 5 лет вот в апреле, и я получается будучи как сама массажистом с нуля через полгода начала создавать уже компанию. На тот момент я не понимала, что я создаю. Вот, у меня не было такой цели, но я уверена, что это именно благодаря вот этому освобождению ресурса в моем теле происходят какие-то вещи, потому что моя цель была я понимала, что я не могу, я как я массажист, я в неделю могу обслужить определенное количество людей. Сарафанне радіо люди ну роздають все більше, більше інформації обо мені, і я розумію, що я їм одказую. А до речі, а скільки щоб бути у ресурсі і чітко віддаватися своєму клієнту, може в день витримати масажист? Скільки до нього може прийти людей на справді якісний, емоційний, тому що це ж не тільки робота руками. Кстати, очень крутой вопрос. Я очень вам советую: тоже, если вы выбираете своего массажиста, уточняйте у него, как он работает. Мы еще как поговорим он про выбор. И э, вообще, э, я советую в день делать не больше трех массажей. То есть, три клиента, это как раз вот те правильно ресурсно, эмоционально и да. физически может выдержать массажист. Если это семь дней в неделю работа, то какой-то из этих дней пять массажей максимум можно, ну если брать семь дней всего, да, но если это будет каждый день по пять, все человек недели две-три, все, он уже будет вне в ресурсе. И очень-очень важно, чтобы сам же массажист ходил на массаж. Как вот. часто? Теж раз на, тиждень, раз на как, тиждень як он совєтує чоловіку, він сам то же те саме, що советует человеку, Тому що для мене це виходить обман. Тобто, я кому-то щось продаю, а сам этим не не Ну, це як психотерапевт, який <сих> повинен ходити до свого психотерапевта. Да. Я нагадаю нашим слухачам Київ 98 FM, Я нагадаю нашим глядачам, ті, хто нас дивляться, на youtube сторінці. Якщо ви на слух не дуже сприймаєте те, що я вам зараз буду розказувати, це інформація стосовно масажного патруля катунь тому що ви можете от там подивитися, де написано ведучі, хто у гостях, і там є всі посилання, які вам необхідні, і про те, що я вам розкажу. Якщо ви хочете пройти масаж, якщо ви хочете спробувати, що таке масаж від Інни Катуніної, ота от медитація на власному досвіді. Якщо ви до цього такого не відчували, Юрківська 42, і номер записуйте за для того, щоб записатися туди 066 475 72-99. Якщо ви просунута людина, не тільки Ютубом, але й інстаграмом, шукайте меседж, нижнє підкреслення, патрол і підписуйтеся. І вся інформація там теж є. Нагадаю, нашим слухачам-глядачам і глядачам ви можете писати нам на нашу. А, Сторінку у Ютубі можете писати на наш вайбер 098 009 98 98. Усі запитання, усі ваші прохання ми обов'язково передамо нашій гості. Між тим ви сказали, що раз на тиждень масаж. Так в радянські часи масаж був один ні, перепрошую два. Спортивний ну для спортсменів відповідно для реабілітації, і масаж спини. Все більш нічого спину масажували. І коли ми йдемо раз на тиждень на масаж, ми вибираємо залежно від нашого настрою натхнення і внутрішнього стану масаж чи є якісь там вимоги раз на тиждень. Треба обов'язково такий на наступний тиждень інший масаж. Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, изобилия массажа сейчас очень много. Самую большую, большую рекомендацию, которую я могу давать, дать, делайте, пожалуйста, массаж всего тела. Ну вот не важно, тайский это общий массаж, там, или там египетский есть название, ну всякие разные. Они, конечно, честно говоря, состоят практически из одних и тех же движений. Вот, ну просто каждый какое-то клеймо свое поставил, там, добавил какую-то изюминку. То есть важность не в том, как называется массаж, а что это было массаж всего тела. Почему? Потому что мы всем телом функционируем в жизни, не только спиной, не только ногами, не только руками. Вот. Поэтому важно, чтобы первый аспект это был всего тела. Дальше, конечно, круто экспериментировать. Вот мы людям советуем, например, ходить на общий массаж тела, например, через неделю на тайский массаж, потому что это такая, как пассивная йога, потому что каждый массаж, там общий массаж по маслу, он работает больше с мышцами и с кожей, то есть с центральной нервной системой. Тайский массаж, он он работает еще с более глубокими связочками, скруточками. Там у нас в теле есть более 72 тысяч каналов, и когда они закупорены, их очень классно раскрутить. И тайский массаж, он это все раскручивает, и тогда наш позвоночник здоров, потому что это наш стержень такой. Вот, поэтому круто чередовать, менять, потому что это, ну, как что-то интересное, как что-то новое, это новые эмоции, новые раскрываются. Ну, как такая параллель, как капуста, да, с которой по чуть-чуть листочки снимаются, 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 такие плохие, и остаются такие одни хорошенькие, молоденькие такие. Вот. Главное, чтобы это был весь массаж тела. Потому что сейчас наш маркетинг, конечно, уже разделил это все. Там массаж шейного воротниковой зоны, массаж спины, там отдельно массаж ног, а потом человек хочет результат. Но ну, очень часто результата может не быть, потому что если бывает болит спина, это не всегда проблема в спине, потому что может начинаться все с ног. Ну, то есть это надо целый анамнез, это индивидуально там под каждого человека, вплоть там чем он занимается, как он сидит, что он делает. Вот, поэтому круто вообще все тело. Є мінуси у масажу? От я знаю люди, коли я кажу я йду на масаж. Мені кажуть, а я ходив після того, стало ще гірше. Кому стає гірше? о, это круто, да, это очень круто. Действительно, у меня есть такая фишка, я еще когда начинала работать массажистом, я это для себя, через себя я это открыла по опыту своих клиентов, и потом сейчас сотрудникам я рекомендую всегда, когда человек особенно пришел первый раз на массаж, и он до этого не ходил, ему обязательно предупредить человека, что тебе станет плохо. Это звучит ужасно. Я тут я... расслабиться пришла, да. я хочу, чтобы у меня спина не болела, мне скажут, что мне будет поганый массажист. Да, да, и это круто если это сказать и есть такая еще у меня фишка я говорю что если вам после массажа стало плохо это отличный результат массаж спротивал да почему плохо есть есть процент людей которые круто себя будут чувствовать ну все это зависит от того конечно как человек живет какими убеждениями на самом деле почему нам становится плохо потому что освобождается некий ресурс и нам пора действовать и если мы не начинаем действовать, естественно, там, ну, как как это, есть такая поговорка, да, Вселенная тебе будет давать подзатыльники, вот, поэтому вполне может стать э, неприятно, потому что это наши эти страхи, убеждения внутри. Это психосоматика вылазит. Да, они начинают активироваться, и у каждого свое. У тебя приходит осознание. У меня был один клиент, он первый раз пришел ко мне на массаж, и у него ночью был жар, его мандражило, он говорит, я еле выжил, и говорит, а что это было? Он боялся, естественно, у него ассоциация, что это равно но после массажа, вот, ну это действительно после массажа освободилась энергия, и мы когда с ним разбирали, оказывается, он э, руководствующая должность, и он очень агрессивный, он ненавидит, когда люди опаздывают, и так, э, всякое такое, и когда он расслабился, он потерял контроль, контроль над самим собой, он расслабился, почему он людям запрещает опаздывать, он все контролирует, а тут он расслабился. И, естественно, его реакция мозга, она начала защищаться, что, пожалуйста, пожалуйста, не нужно, не нужно терять этот контроль, давай продолжим быть таким жестким, таким грубым. И у человека приходит очень много осознаний. Мы когда с ним разбирали, он, ну, он потом был в шоке, он рассказывал, какие потом после этого с ним происходили ситуации, когда он совсем раньше бы по-другому на них реагировал. Слушайте, я пропоную вам уже переименовать массажный патруль на массажно-психотерапевтичный Патрулій не Катуніної. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам масажний патруль Катуніною. Ви теж можете і усвідомлення отримати, і медитацію, і навіть втратити контроль над власним тілом. Попудринка 52Б. Записатися можна 066 475 72 99, 066 475 72 99, Це масажний патруль Катуніної. МПК юа, це якщо ви хочете знайти в інтернеті, якщо ви хочете подивитися на сайті все, що там є. А між тим Інна Катуніна, засновниця керівник компанії Масажний Патруль Катуніна. Сьогодні у мене у гостях. І, зрештою, час нам підійти до тієї теми, де ми правильно вибираємо масажиста. І салону, тому що добре, коли є друзі, які вже відходили і можуть поділитися якимось досвідом, але не завжди є такі друзі, і не завжди друзі готові йти на салон або на масаж. Отже, як ми правильно вибираємо салон і масажиста? Очень крутой вопрос, звісно, тому що. Что... Ну вот как правильно, опять же таки Круто, конечно, прислушаться к себе да Друзья советуют, но еще нужно пойти Попробовать, потому что, как показывает Опыт, не всем, кому друзья Посоветовали, второму человеку это зайдет Вот, но Я бы, поскольку, как говорят Говорят, встречают по одежке То, конечно, в первую очередь рекомендую Смотреть на внешний вид массажиста Так, и что, что мы там Бачим, там бороду Зачистку, маникюр, что мы бачим Все, вот на все нужно обратить внимание. То есть, если он горбатый, сутулый, там, с висятим животом, ага, как он вам поможет? Ага, то мы смотрим на то, какой взгляд он имеет, какая у него статура. Да, да, потому что если он себе помочь не может, то явно у него нет э, нужной энергии помочь вам, потому что массаж это энергообмен, это ну, то есть знаете как это, с кем поведешься, от того и наберешься. То есть если ты хочешь э, выглядеть там как-то определенно, посмотри на своего массажиста, то есть как ты будешь выглядеть потом. Я когда-то так вот, я еще не была даже массажистом, и я так много чего ну для себя выбирала там, кому пойти там брови подщипать, у меня не с того места руки тут, что брови самой щипать, вот, и я на это все обращала внимание, потом, когда стала массажистом, я была еще в декрете во втором, и такая была, ну, достаточно полненькая, сутуленькая, и я для себя тогда поняла, стоп, а как же я буду помогать людям, если у меня самой горб, надо что-то с этим делать, и тогда, когда формировалась компания, я себе уже дала такую, то есть пунктик такой, что все массажисты у меня должны заниматься собой, они должны быть в ресурсе, вплоть до того, что мы какие-то там, оля, а челленджи проводим, там мы идем вместе все там, ну сейчас мы не делали во, -во время карантина, но раньше там идем по контрактовой всех людей начинаем обнимать там, либо какие-то там фишки идем у бабушек что-то покупаем а другим бабушкам по дороге раздаем, то есть поднимать свой внутренний такой вот баланс для того, чтобы этим наполнить клиента, чтобы во время массажа очень часто возникает что ты с клиентом чем-то говоришь вот и э, чтобы не говорить там о каких-то вещах о политике или о чем-то а рассказать как ты ходил по контрактовой обнимал людей это очень круто людей это заряжает и у них потом тоже рождаются какие-то идеи вот прикольные то есть ну короче делишься вот этим зарядом таким то Тобто ты вот. в салон Дивитися на массажистов, а там уже, как интуитивно, как эмоционально вам подходит конкретный массажист, с ним же и работаете, так? Да. Ну в любом случае получается первый раз тебе еще надо попробовать, потому что, ну как бы раз, так сказать, познакомиться ближе. Зайдет, да? не зайдет. <laughs> да. А потом, да, и пообщаться. У меня когда-то я называю там, у меня когда-то клиент, я называю там, как будто бы он взял у меня экзамен. Он пришел и вообще просто молчал. Он даже не ск... ну, я У нього там спрашиваю, а в чому проблеми, на чому зробити акцент? А він каже, ну якщо ти професіонал, це є такі про Ну типа, посмотри. я, конечно, очень переживала. Ну з тих этот клієнт ще став моїм наставником. много мені допомагає. Вот так ми познайомились. Буквально у нас залишилося 30 секунд. Ви сказали на початку нашої розмови, що у масажиста треба запитати, а як він входить в ресурс, як він відновлюється після цієї емоційної фізичної роботи. Да, очень круто узнать, потому что ты станешь тем, ну, у тебя будет та энергия, которую заложил в тебя массажист. И если он на массаже там рассказывает, боже, я уже так давно в отпуске не был, ну, какой-то негатив, то ты с этим и уйдешь, как грузом. То есть человек и шел на массаж такой расслабиться, убрать свой груз, а тут его массажист добавил еще своим грузом. И тогда люди действительно не приветствуют массаж. Я нагадаю нашим слухачам, я нагадаю нашим глядачам, якщо вам потрібна мотивація, якщо вам потрібна медитація, якщо ви хочете бути в ресурсі і щоб тіло ваше було рівним і красивим, ви можете відправитися на масаж до масажного патруля Катуніної. До речі, Юрківська 42, Попудренка 52Б, це дві адреси, і номер телефону 1 066 475 72 99 066 475 72 Два можете знайти в інстаграмі меседж нижнє підкреслення Патрола. у мене у гостях сьогодні була Інна Катоніна, засновниця і керівник компанії Масажний Патруль Катоніна». Звати мене Світлана Василенко. Ви пам'ятаєте пальчики вгору до цього відео, підписатися на канал і долучайтеся до нас своїми коментарями і запитаннями обов'язково почуємося і побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.